Жить на селе с комфортом и в современных домах. В Октябрьском районе в этом году планируют сдать не менее 20 тысяч квадратных метров жилья. В первую очередь речь идет о переселении людей из аварийного фонда. Из Сергина сюжет Евгении Самойловой. Вот как хорошо, все на улице видно. Зинаида Потершина – счастливый новосел. Вместо аварийного дома теперь три жилые комнаты, просторная кухня и ванная. Впервые за долгие годы семья сможет принять душ, не покидая квартиры. Спокойно приготовить обед, не переживать за отопление жилья. Пол холодный был, потому что подполье постоянно вода. Вот, холодно было. А здесь третий этаж, тепло. Даже вот все выключило, все равно тепло. Радость. Одна радость. А тебе еще напишут, а тебе еще заговорят. Второй год, как у Нины Лямбиной, отказали ноги. Выручает инвалидная коляска и помощь близких. А еще быт стал намного комфортнее с переездом в новое жилье, где есть пандус, централизованная вода и теплоснабжение. Квартиру семье предоставили взамен аварийной буквально месяц назад. Колясочнику удобно тем, что все-таки здесь нету порогов. Там были очень большие пороги в том жилье. Печное отопление. Тут очень светлая квартира. Проемы вот здесь широковаты нормально. Вот здесь вот проходит из комнаты в комнату. Нам очень удобно. Поселок Сергино в Октябрьском районе Югры небольшой, 1720 жителей. Дома здесь строят, как правило, одноэтажные, на 2-3 семьи. Объекты инвесторы сдают под ключ. В этом году новоселье уже отпраздновали 9 семей. На сегодняшний день на территории Сергино у нас 2 застройщика. Подготовлены уже на сегодняшний день 5 земельных участков для одного застройщика и 2 земельных участка для второго. То есть в этом году уже будет реализовано, то есть пойдет строительство 7 двухквартирных домов. С учетом построенных в этом году, если в этом году построят 7 домов, то у нас останется в потребности 6 домов, то есть 12 семей. Создание комфортной и безопасной среды для жизни – приоритет стратегии развития Югры. Так, Октябрьский район в 2023-м уменьшил аварийный фонд на 8,5 тысяч квадратных метров. В новое жилье переехали 463 жителя. В этом году муниципалитет должен ввести в строй не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.